Дома, СТО, магазины. Жители Кызылжарского района активно легализуют имущество. С начала акции они подали более 40 заявок, однако комиссия одобрила не все. Почему, узнавала Ольга Загоруйко. С объявлением акции по легализации кызылжарцы активно приступили к оформлению имущества. Два человека даже подали в комиссию заявки на регистрацию КАМАЗа. Однако на автомобиле льготные условия не распространяются, говорят специалисты. С 1 сентября 2014 года в комиссию поступило 42 заявления на легализацию недвижимого имущества от граждан Республики Казахстан. В ходе рассмотрения комиссии по 19 заявлениям вынесено положительное решение в легализации недвижимого имущества. По 23 заявлениям было отказано. Отказ в основном принимается в связи с несоответствием требованиям статьи 3 закона. Это легализуемые объекты, здания, строения, сооружения должны соответствовать строительным нормам и правилам и расположены на земельном участке, принадлежащем заявителю в собственности. Оформить участок на себя нужно было до начала акции. По этой причине отказ получили 18 заявителей. Один из кызылжарцев вывел из тени дом стоимостью 34 миллиона тенге. Это самый дорогой объект, легализованный в этом районе с 2014 года. Легализовали также кафе за 20 миллионов. Тройку самого ценного имущества замкнули магазин, пункт приема и переработки молока. Цена каждого – 10 миллионов тенге. Однако основную часть легализованных объектов составили недорогие дома, склады. Кто-то даже оформил трансформаторную подстанцию. У нас в основном легализации прошли это жилые дома, потом магазины, СТО, те объекты, у которых граждан недооформлены документы. То есть они имеют в собственности земельные участки, произвели постройку, но своевременно не успели в законном порядке оформить. Кызылжарцы говорят, эта акция – хорошая возможность оформить недвижимость по закону. Был гараж, я его легализовала. Я считаю правильно, потому что у многих-то, наверное, много кое-чего есть. Не все такие, кто живет на одну пенсию или на одну зарплату. Акция бесплатная, и мы хотим ей воспользоваться. Думаем легализовать дом, но для этого нужно собрать все документы. В Кызылжарском районе общая стоимость заявленного на легализацию имущества с начала акции составила 126 миллионов тенге. Комиссия продолжит работу до конца года. Ольга Загоруйко, Казбек Рыкбаев, Новости МТРК.